И всем привет, друзья. Мы на сайте OneWin, и на балансе у нас 1168 рублей. Сегодня я буду вам показывать дюп, стратегию, не знаю, называйте как хотите, буду называть это дюпом. Нам интересует кейс фартовый, топовый, везунчик и лакшери. Фартовым открываем 3 раза с шансом, топовый 1, везунчик 1, дальше обновляем сайт, открываем лакшери, снова обновляем сайт и снова открываем лакшери. Все, больше не надо. Может, не надо, это дальше не будет работать. Поэтому только 2 раза. Что ж, сразу приступим. Фартовый с шансом по дефолту ставлю 30. Вы можете ставить любой угодно, какой угодно. Горло болит. Ну ладно. Первый кейс нам 223. Нормально, нормально, славно. Открываем второй раз. И что, ребята, все ссылочки на официальный сайт OneWin, на промокод Алексей в закрепленном сообщении в комментариях. 357. Хорошо. Так, это пока очень хорошо. Я думал, у нас будет в минус ходить, но... Ой-ой-ой. 497. Славно. Так, дальше у нас идет кейс топовый. Мы открываем без шанса, без ничего. Первый кейс. ...319. Хорошо, хорошо. Везунчик. Тоже открываем один раз, без шансов. Шесть. Обновляем. Пойдем. Так, кейс лакшери. Без шансов, без ничего. Пам. Первое открытие. Хух-хух-хух-хух. Смотрим. Сюда. 4800. Как вам? Как вам? Кто это заснял? Я это заснял. Обновляем второй раз. Кейс лакшери. Окей, открылся, славно. И 1300. Тоже славно, тоже хорошо. Тоже. Ребят, снимаю для вас. Пробуйте. Просто 2 раза обновить. Не больше. Не надо дальше играть. М300 мы залутали с косаря. 7x, мне кажется, это люто. Поэтому там, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии, что хотите, что делаете.